они знали, что ихние узы сделают в теле. Да, что сделают в теле. Они знали, что это принесет, какое пробуждение, и что это распространится по всему миру. Мы имеем с вами привилегию быть преследуемыми за Христа. Мы с вами здания не поджигали, мы бомбу не завозили, мы приехали пообщаться и коснуться Христа. И поверьте, мы попали вот в эту категорию, где написано «радуйтесь, когда вас унижают, притесняют, гонят за имя мое, радуйтесь». Вы попали в эту категорию. Да, и мы сейчас, знаете, вот я сейчас в духе ощущаю то, что вот это то, что было приготовлено Отцом, оно наполняет тело. Это есть момент такого полноты приходит, высвобождение всего того, что Отец приготовил. Это не на уровне сейчас проповеди идет, это на уровне Духа, на уровне ДНК. Вот этот момент, он очень четко ощущается. Да.